Сегодня 12 февраля, метет такая метель, мелкий снежок, холодно, но мне в такой вот день, еще зимний, так захотелось вдруг сирени. И вот есть у меня такое стихотворение одно, сейчас я его прочитаю. Мне вдруг так захотелось сирени, этих синеньких, грузди цветов, чтоб прижаться, вдыхая в томление аромат этих чудных духов. Стужа лютая, вьюжица злая, заметает, не видно следов, на меня лишь с картины взирает синий-белый букет из цветов. Такой букетик радует картина глаз. И будем ждать настоящей сирени весны. Всего доброго!